Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Moto E20 сделать перенос данных из внутренней памяти телефона на карту памяти. Для этого в первую очередь открываем приложение «Файлы». Ой, вот оно у нас здесь. Затем, что мы хотим перенести? Можем переносить скачанные файлы, изображения, видео, аудио, документы и приложения. Давайте скинем какую-нибудь картинку. Например, вот эту и вот эту. Затем тыкаем здесь, выбираем, хотим ли мы их копировать или хотим переместить. Давайте скопируем их и нажимаем «Продолжить». И после этого оба этих объекта будут скопированы на карту памяти. И сейчас я вам это продемонстрирую. Переходим в память, microSD, папка «Download», и вот они, наши картинки. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.